А вы знали, что книга «Пираты Америки» считается Библией пиратской литературы и самым важным источником по пиратству 17 века? Эта книга впервые увидела свет в 1678 году в типографии амстердамского издателя Яна Тен Хорна. Она была написана Александром Оливье Эксквемелином, который был не только писателем, но и непосредственным участником тех событий, которые описаны в книге. Тираж был распродан мгновенно. Вся Голландия читала «Пиратов Америки» запоем. За эту не слишком объемистую, напечатанную колючим готическим шрифтом книгу, расчетливые и прижимистые амстердамские библиофилы охотно платили бешеные деньги. Книга отличалась поразительной объективностью и была в короткие сроки переведена на множество европейских языков, на каждом из которых выдержала несколько изданий. Эксквемелина использовали как один из главных источников все знаменитые беллетристы 19-20 веков, писавшие о пиратах. К примеру, Рафаэль Сабатини взял из знаменитой книги целые сюжеты.